Любовные страсти по-павлодарски. В редакцию 7 News обратилась наша постоянная зрительница с просьбой оградить ее сына от злостной клеветы. Якобы Арман Иманбаев, он и есть пострадавший, стал объектом женской мести за отказ жениться на своей подруге. Все подробности почти семейной драмы в материале Аиды Хамзиной. Вот это как горело, это все. Все поплавилось. Оплавилось, по словам Армана Иманбаева, его новое авто. Парень вспоминает, как среди ночи внезапно вспыхнувшая машина подняла на ноги всю округу. Пожар напугал жителей старых двухэтажек. Перед соседями мужчине даже пришлось оправдываться. Мол, все это происки его бывшей подруги, которая не смогла пережить разрыва отношений. Она мне говорит, раз ты не со мной, значит не будешь ни с кем. Я тебя оставлю без штанов, у меня большие связи в городе. Я говорю, зачем тебе это надо? Ну просто так, чтобы ты ни с кем не был. И раз не со мной, значит ни с кем. Я ей говорю, есть же еще много парней, там, с кем ты можешь. Нет, они мне не нужны. И ты мне тоже сейчас теперь не нужен. Теперь я просто хочу мстить. В итоге Арман остался не только без штанов, но и стал обвиняемым. Бывшая заявила на него в полицию. Якобы тот не вернул долг – 10 миллионов тенге. Но таких денег у него никогда не было, говорит Арман. И уверен, следствие ведется однобоко. Заявление жителей города Павлодар о неправомерных действиях сотрудников полиции в настоящее время направлено по подследственности финансовую полицию. По факту поджога автомашины Toyota Camry возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. В настоящее время полицией проводятся все необходимые следственные действия по установлению обстоятельств данного происшествия. Отвергнутой оказалась главный бухгалтер госпредприятия. Журналистами она встречаться отказалась. А вот ее предсказания уже стали сбываться. Арман, похоже, еще долго не будет доверять женщинам. Аида Хамзина, Артем Кокон, 7 News, Павлодар.